Jeanne, nous avions vu avec tristesse s'éloigner Christian Méry et sœurs Marguerite Marie et Hélène. Aujourd'hui, c'est dans la joie que nous accueillons sœurs Yvonne et Brigitte qui nous viennent de Rethel et de Sedan. Mais... Осталось 17 минут. До чего? До открытия часов. А, вот да, вообще это интересно. Не, интересно, конечно. Уровень. Уровень открытия часов. Что одно и то же здесь? Вот голова шевелится, здравствуйте. И рот открывает. Вот опять что-то двигается. Колокола звонят. Noble dame, mes seigneurs, gentils damoiseaux, il est 11 h. Voici en 12 tableaux la très plaisante et merveilleuse histoire des quatre fils Aymon. Deuxième tableau. Au centre d'une verdoyante clairière, Oriande, la reine des fées, plus belle que le jour naissant, offre à Renon, son filleul, le cheval le plus magnifique qui se fût jamais vu.
Вредно. Это очень вкусно. Чего вредно? Сладости вредны. Не надо снимать, а то захочется постоянно сладости. Будешь смотреть этот фильм. Я маха. А вот они отсюда. Извините, ребят. Из них. Как ты сделать это? Нет, там не ярко. А это не Ну давай, пой. Ага. Горит. Вот теперь снимаешь. Программу можешь большую снять. Прикольно. Главное трибуна вообще-то.